Под лампу не идут, рядом с лампой в солому закапываются и все. Смешались все. Добрый день. Пялочка, где ты будешь? Иди, становись. Пошли к стоечке, пошли. Ну, ты ж не какая-то, эти овцы. Идем. Становись. Ягнята мелкие, идите сюда. Идите сюда. Идем молоко пить, пошли. Заходите. Опять я буду капучино без молока пить, да? Уже одного хвостик отвалился. Но? Нет, нет хвоста. Всем привет! Вы на канале Черечный хутор, где семья живет в лесу. А к нам сейчас едет друг Юра. Что, где твой хвост? Нету хвоста. Отвалился? Еще висит за крючка. Наконец-то веники подоставали, а то они под сеном лежали у нас. Посылка? Сия щедрая душа. Сегодня из-за того, что ветер на улице, на улице ничего не будем делать, будем только есть и пить. Непривычно. Что ветер? Вот это сегодня дает. А кто-нибудь догадался, куда это? Плинтуса. Сейчас с Юрой их прикрепим, потому что на улицу выйти невозможно. А посылка идет от Елены с Уссурийска. Написано «Сладости и сувениры». Подарок. Со стороны окон у нас имеет вот такой вот бортик. Из плитки. А тут мы же не могли из плитки дать. И тут получается у нас... Со стороны деревянной стены вообще ничего нет. Мы решили тоже вот такой вот деревянный винтик сюда прикрепить. Красиво будет, пойдет. Сначала давай их покрасим, а потом уже прибьем, да? Ну так, чтобы срезом, наверное, закрасить. Ну. Кому какие перчатки? Это Юре все. Правильно. Это рабочие.
А, слышишь, а у тебя какие? У тебя какие-то есть? У тебя зимние или осенние? Осенние. Ну выбирай, какие тебе из этих нравятся. Одни твои. А тебе какие? А у меня никаких нету. В мире. Валя уже себе не взяла. Как ты такой питан? Я хотел тебя яичками увезти. Хотел сказать, ты, наверное, будешь тоже большие выбирать. Сам дал. Возьму вот это дело, все. Хорошо. Возьми мои вот. Не сегодня, а вот. Спасибо большое. Кстати, Кирка печника, Костя. Костя, когда ложил печку нам, то забыл. Думал, все отдать, все забываем. Я до сих пор не знаю, что сюда придумать. Надо тоже сделать дубовый деревянный. Столбик деревянный? Вот. Большой. Так видишь, ему мешают вот эти кирпичи большие. Ну, по месту уже подогнать, подгонять его. Точно такой же цвет, как мы покрывали дранку. Тоже масло осталось вот чуть-чуть. Что ты готовишь сегодня? Беляши. А это что? Это сливочное масло. Это тесто. В печке дрожжи. Вот чем отличаются беляши от пирожков. Беляши всегда на дрожжевом тесте готовятся. Все, подсохли. Без сверления не хотят дуб забиваться даже гвоздики. А теперь пылесосу будет легче, не будет грязь забиваться, да? Ну, пылесос тяжелый. Давай, Юр, знаешь, что еще сделаем? У меня есть канат. Ух ты, снег пошел. И давай канатом обобьем здесь. Вот тут. Можно как бы и так оставить. Но сюда, чтобы пока не прибьешь, потому что кирпичи неровные.
А канатом можно было бы обойти вот так по кругу. Попробуем? Ну, мы будем. Я вас, в общем, знаете, что позвал? Вот хочу вас сначала спросить, а потом посоветоваться. Вам очень нравится спинка этого стула? Мне очень. А тебе? Нормально. Ну, смотри, а вот если бы мы сейчас сняли бы ее тебе, да? И ты бы в гараже своем сделал бы или так, или вот так. Ну, что это скромнее такое, знаешь, в деревенском стиле, а не в ракурском. Или нормально? Ну, как скажешь. Нет, мне нормально. Можно угол один как-то убрать. Ну, мне кажется, как этот черный плащ. Я вот сколько смотрю, вот я не знаю, мне кажется, что это как бы не мой стиль совсем. Можно исправить. Нет, скажи, это тяжело, это долго? Нет, не долго. Ну, а как ты думаешь, а если мы вот сделаем вот полукруглым таким? Нет, может эти углы чисто спилить и все. Вот так? Ну. А, вот чисто вот это ставить, а вот сюда вниз завернуть. Ну вот это я не знаю. Я вот смотрю, ну кресло Дракулы, я вот каждый раз прохожу рядом, смотрю кресло Дракулы, я не могу в нем сидеть. Ну что, переделаем, значит? Снимем сегодня? Ну да. Ну тут пару болтов открутить и все. Кресло кого делать будем, как, если не Дракулы? Обычного деревенского хлопца. Хорошо. Нежно натягивать тесто и... А вот все остальное в этом стуле не просто там в десяточку, просто все идеально. Просто вот как должно быть. Идите кушать. Давай посылку сначала распакуем. О, точно, давайте. Пускай остынут. Сладости, сувениры от Елены. Посмотрим. Да. Пакетики, упаковочки, коробочки. Сувенир? Да. Бронзовый уссурийск. У нас столько помещений, но, наверное, надо действительно комнату музей делать. Это, наверное, парочка? Нет, ну, это не маски для Валентины. Да? Вот маска. Опять маска для лица. Маска и маска. Спасибо. Это крем для рук, да, такой какой-то? Это получается где-то возле Уссурийска ходят амурские тигры. Что за пакетик?
чаем. Наверное. Черника в йогурте. Черный чай с добавками. И черный чай с добавками масала премиум оригинал. Для хозяйки терка какая-то. Чеснок тереть. А зачем? Ну, гарлик, пресс. А, его давить типа, да? А зачем? Ну, вместо чеснокодавки. Типа вот так. Или вот так. Так а зачем, если есть чеснокодавка? Что, этим лучше? Что может, это легче? Ну, надо попробовать. То есть положил чеснок, его так щелк. И нет, сначала я вот, короче, я не знаю. Я слышал, некоторые повара, которые то это не ножом давят просто чеснок. Может, туда он лучше ароматом дает? Может быть, попробуем. Оп. Бисквитные палочки со вкусом печенья с кремом. Будем. Так, тут что? Бумага для запекания. Baking paper. То есть можно в духовку, в микроволновку такая бумага. Даже здесь написано все по-китайскому, то ли корейском, то ли японском. Уссурийском получается так, как и Брест. У нас Брест находится, и вокруг нас Украина, Польша, Литва. Так вот и уссурийск получается. Там как раз у них до Северной Кореи можно вот так вот доплюнуть. Или до Южной Кореи, до Китая, до Японии, до возле Владивостока вообще близко. Вообще дальняя посылка. Вот издалека пришла. Это что, фольга алюминиевая, о, и креветочки нарисованы. Тоже готовить будем. Ну, то, что касается готовки, никогда не пропадет, никогда не испортится, все равно надо. Конфеты тяжелые такие, приморские. Сувенир? Вообще не догадаюсь никогда, что это. Черничный джем, только натуральные ингредиенты. 100% фруктов без добавления сахара. А там что? Ого! А здесь десерт старичок-кедровичок, сварено в Коломне. Тут кедровые орешки в каком-то варенье тоже. Такие маленькие, но такие качественные, такие чувствуются дорогие. Взять чай. Вот. Смотрите, что подписано. Меланья. Цукаты в основном из сосновой шишки. А это закладочки. Ручная работа на обороте, раскраска. Спасибо большое. Для Милани. За Милану сказала. Ты точно передашь? Ну, наверное. Или сам носить будешь. О, и все, и остальное все много-много-много шоколада. Владивостокских. Ух ты, такого еще. Вот это я точно никогда не ел. Шоколадка с морской капустой. Настоящий темный шоколад. Шоколадка морской гребешок. Морской еж и ламинария. Настоящий темный шоколад. Шоколад с морской солью. И вот это вот что-то тоже тут на китайском. Какие-то палочки покки. Тут получается с орешками. А кто-то у нас не любит капусту есть. Будешь шоколадку такую кушать? Ну, сегодня кушали шоколадку отдельно, капусту отдельно. Спасибо, Елена. Очень порадовали нас. Спасибо. Классная посылка. Пойдем после бельшей сделаем себе чай. А что в Милане ты возьмешь вот с этих вот шоколадок? Морскую капусту, ну, как бы, мне кажется, не будешь. Дай вот
Гребешок? Гребешок, но не говори, что это. Скажи, морской петушок там. Я это тоже заведу. Морскую капусту он не ест. Вот смотри, Ваня, сейчас считать 30 секунд, он скажет, дайте мне к беляшам хлеба. Я думал, там бабла. Кстати, будешь тушенку из бобра? Нет. Хорошая. Качественная. Одно мясо. Ни разу не пробовал. Я когда-нибудь на рыбалку возьму, скажу, Юра, ты, говорю, еды не бери, я с собой взял во. Да, а возьмешь только тушенку, да? Из бобра. Что, канат прибьем, пойдем? Да что, вкусные берешь или нет? Конечно. Сочные. Именно с морской капусты, именно для тебя. Давай. Ну что, капусты нет? Получается, обманули, что ли? Ее, наверное, так размешали с какао, что ее даже, ну, непонятно, что она здесь есть. Высушили, стерли в порошок, добавили. Зато полезно. Угу. Такую капусту я люблю. Сюда мы толстые, да? Да. А толстые, знаешь, куда я придумал? Смотри. Тоже долго думал и придумал. Вот в этом месте тоже вот эти вот кирпичи кривые, они не дают поставить плинтусик. А вот так вот можно было бы прибить, правда? Да. Сюда. Чаще бью, потому что здесь такое, такие неровности. По-другому никак. Кирпич неровный, поэтому все вырезалось под кирпич. А вот так вот будет и красивый, и законченный вид сразу. И этим же канатом пойдем до самого столба. Знаешь, какой выстрел. Кажется, ремонт на террасе уже закончен давным-давно. Но сколько тут еще работы? Вот сегодня мы сделали работу. Надо новую люстру сюда. Раз. Надо? Надо. Надо сюда карнизы, шторы, тюли. Сюда еще надо какой-то уголочек. Я сначала думал взять под цвет окон, а теперь думаю, наверное, все-таки под цвет дуба надо взять, что-то сделать. Юра, Ире яйца, а Ане беляши. Главное не перепутать, да? А Милане сладости. Это свои девки передашь. Спасибо, что приехал, помог.
Можно не понадобится. Я все на это смотрю, так смотрю, думаю, ай, одному как-то неинтересно, скучно. И тебя ждал его долго. Я долго ехал. Я ж на рыбалку вместе с тобой езжу. Ну да. Я хочу уже быстрее. 15 мая запрет уходит. 18. 18 мая? С 19 можно ловить. Ну. То есть 18 в ночь выезжаем. Все, пока. Пока-пока. Ужинаем мы сегодня по-японски. С макаронами из риса и с чукой. Все, друзья, вот такой вот серенький, коротенький денек. До свидания всем, пока. Пока-пока.